Вы не так коня поставили, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит. А как же, по-вашему, ходит конь? Вот так. В течение ближайших 7 минут гроссмейстер проиграл еще 10 партий. Потом еще 4. Назревал конфликт, и гроссмейстер сам пошел на его обострение. На 11-й минуте сеанса одновременной игры с доски одноглазого любителя исчезла ладья. Только что на этом месте у меня стояла ладья, а теперь ее нет. Нет, значит, не было. Как не было, была. Я ее выиграл. Когда? На каком ходу? Если хотите сдаться, так скажите, что вы мне голову морочите? Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны.